теперь я начинаю понимать, что когда-то мы создали эту реальность, а теперь пытаемся ее осознать. Мы больше, чем просто люди. В каком-то смысле мы пришельцы. И приходим в этот мир, чтобы изменить его. Мы — часть Вселенной. Мы можем разрушать и уничтожать все на своем пути. А можем и созидать. Мы — причина всех наших бед и катастроф. Так же, как каждый из нас — причина всего происходящего в его собственной жизни. И кто, если не мы, сможем изменить эту жизнь? Изменить этот мир?